Да и ребенком был, все мог понимать, мне было 14 лет. Война началась. А знакомые, родственники ничего такого не говорили, никто не слышали? Никто понятия не имел. Хорошо. Но знаешь, что враг нас окружает. А о войне с Испанией, с Японией на Холхенголе что-нибудь говорили? Ну, да. Газеты писали. Что? Читали в газетах, что война. А что вы думали о действиях советской армии в это время? Ну как, армия у нас была неприступна. Все правильно они делали, да? Все правильно. А как вы узнали о начале войны? А у нас в колхозе в этот день праздник, конец посевной был. И прибежал там сосед Александр Салутин и говорит, война началась. Ну и вот у нас решили, или праздновать, или нет. Но ладно, что мы жили в районе. Пошли в райисполком, там сказали, гуляйте. Ну, мужики попили, и давай хвастаться. Вплоть до того, что мы их шапками закидаем. Ну и закидали. 4 года кидали. Не доедали. День и ночь работали. Тяжело было. А какова была ваша реакция? Что вы почувствовали, вот, когда узнали? Ну как, защищать надо землю русскую. Вот и все. А слышали ли вы речь Сталина и Молотова? Слышали. Какое впечатление они на вас произвели? Помните, что они говорили? Ну, помню, что они нас воодушевляли на ратные дела. Вот что вы почувствовали, когда их речь слушали? Ну, как я еще тогда, собственно, 5-й класс ходил в Черному. А расскажите, как вы были призваны в действующую армию? А это уже в конце войны, в 44-м году. Призвали нас его дети, пацанов 17 лет. И мы шли до Асино пешком, а мороз под 40. Обморозились многие. Пришли в Асино, сколько-то побыли дней, потом поездом нас в Томск. Из Томска в Ачинск. В Ачинске зиму протренировались, прообучались, и в мае месяце нас повезли на Дальний Восток. Еще война не закончилась. А уже на станции Шилка и Аргун под Байкалом, ну, за Байкалом там недалеко, там нас объявили, что война закончилась. И нас повезли на Дальний Восток. А 9 августа опять за границу в Маньчжурию пошли. Температура в тени 40 градусов, а мы пешком. Мины и снаряды, и минометы, лошади везли, а мы пешком. Значит, ночь идем, а день в кустах. Это никуда не показываемся. А днем жара 40 градусов, а палатку натянешь, в ней все 60. А какой сон? Ну, нам было тогда уже по 18 лет. И в деревне один пришел с фронта и рассказывал, на ходу спал. Я думаю, как так? А вот так вот, 30 км пройдешь и выспишься. Вот идешь по прямой, дорога прямая. Как поворот, все поворачивают, а ты по прямой в кювет. Упал, соскочил и догоняешь. Один раз, ну, пить, фляжки дали стеклянные, они полопались. И вот пить просто, и вот тут речка, и мост. Ну, техника идет по мосту вся ночь, но я увидел, что река. Я в сторону и к речке, и вижу воду, больше ничего, упал, давай пить. Ну, попил, посмотрел на мост. Ну, техника идет по мосту. Когда в эту сторону поглядел, а японец лежит половину в воде,
А я пью. Тяжело было. Николай Дмитриевич, а расскажите про ваши награды. За что вы получили? Ну, в основном награды у меня юбилейные. Ну вот, орден Великой Отечественной войны, да, у вас? Какой да. степени? Первый, второй? Второй степени. Второй. Угу. Вам его за что дали? Ну вот, в честь 40-летия Победы, по-моему, давали. 40 лет Победы. Угу. А это мне дали, я в органах служил, 25 лет прослужил в органах, угу. дали. А это вот, уже два дали, фронтовик. А это мне дали в честь 10 лет службы, 20 лет службы, 15 лет службы эти дали. Угу. Потом даты Дня Победы, там жук вот тут, вещи всякие. Угу. Какая минута, день, события были самыми трудными, тяжелыми и опасными? Вот для вас вспомните что-нибудь? Ну, когда? Когда три дня идешь, а кухни нету, разбомбили. Или что-нибудь случилось. Жрать охота, идти надо. Вот так, бывает, туго приходится. Вот. Старшина не приехал, не накормил нас, а у нас был трехдневный НЖ, там сухари, тушенка, ну сухари, наверное, полкилограмма, две банки тушенки, там противотанковая граната, противопехотные две гранаты, патроны, ну противогаз, тобой саперная лопатка, каска, шинель, все надо тащить. Рюкзак, в рюкзаке какие-то тонут, у тебя все равно, что какой-то блокнот или что что. Вот так вот. А что, мы молодые, все равно, 18 лет были. Дети, собственно говоря. Угу. А какое событие, как радостное, запомнилось? Было какое-нибудь радостное событие там? Ну, радостное. Радостное тогда, когда война кончилась. И когда дембель подошел, дембелизовался. 7 лет прослужил срочной службы и демобилизовался с Дальнего Востока. Приехал в Новосибирск. А здесь у меня брат живет, брат приехал, уже 22 года родился. Угу. А что для фронтовиков было источником мужества? Что вот поддерживало такое состояние? Навесть. Ненависть к врагу, вот что поддерживало, что они издевались над нашими, убивали, расстреливали, вешали. А можете рассказать про какой-нибудь подвиг, которому вы были свидетелем? Ну как сказать, был у меня один случай. Подошли мы к реке, а на той стороне эти... дзоты японские, они не дают по мосту пройти, а дот никак не может уничтожить, стреляет, а не получается ничего. Но вот собрали группу, человек 10 солдат, и через мост, с гранатами, и через мост, чтобы они пробежали. А они как полоснут, так их нету. Вот они на мосту валяются, раненые или убитые. Вот это случай. Но потом все же Катюши подошли, как дали. И все. Страшно было. Хоть и говорят другие, я не боюсь. Страшно. А в каких сражениях принимали участие? Я не принимал сражения. На Холхенголе только, да? Нет, Холхенгол. А там... Ой, Манчжурии, да? Манчжурии. Мы шли. Шли мы. Когда перешли туда, значит, первую заставу там перебили, до нас еще угу. разведчики прошли, потратили, на коновизах лошади были, монголки их, вот такие раздутые лежали уже, мы уже подошли, они эти, разбитые были, убитые все. Ну и потом
у китайцев были фунфузы, бандиты такие. Они, значит, грабили и своих, и чужих, кого попало. В общем, бандиты. И вот мы проческу делали их, это, ловили. Ну как, вот идет батальон наш, идет батальон. А лето было, лес, вот там небольшой лес, это, дубняк, ну, 2-3 метра высотой. Справа и слева, спереди и сзади, это, шли солдаты, охрана такая называется. Ага. И вот, значит, один раз прошли передние, и в средние прошли, а из кустов они выскочили, как вдаль по нашему этому батальону с автоматом. Побили людей, побили лошадей, а хватились, попробуй в кустах, а он в тапочках убежал, черно откуда, может, их один или два выскочило. Один был у нас замполит, он всю войну прошел, капитан, всю войну прошел, даже ранен не было, а здесь его убили. И видел, как одного старшего сержанта везли голову, его они взяли эти, на спине шкуры крест вырезали, Здоровый старший сержант, его везли китайцы. Вот там, где убивали, там и хоронили. А после, когда война закончилась, всех выкапывали. Ну, наши только указания делаются китайцы. Все в гроб и перевозили, где мы, Градекво, там такое городишко, Градекво, туда, в эту братскую могилу, всех сваживали со всего Китая. Возили этих убитых, мертвых, трупы этих. Угу. Потому что она жижа стала, все. Гнило там, все, жара, ну 40 градусов жара. Их хоронили в Градекво, привозили. Угу. Так. С каким чувством вы пошли на войну? Что чувствовали? С чувством мести. Угу. С каким чувством? А как вначале воспринималось, что Красная Армия отступала? Это все временно. Это все время, потому что они были уже боевые, наготове, уже имели практику войны, а наши-то не имели. И притом наши ведь дружбу имели с Германией. Договор о ненападении. А врасплох, как говорится, хотя многие знали, что война будет. Многие знали, что война будет. Они от нас пшеницу везли, немцы, эшелонами пшеницу, да, отправляли кораблями. А потом они напали. А были ли сомнения в победе? Сомнений не было. Победа без никаких. Потому что возьми 812 год, он этот дошел, Москву забрал Наполеона, а все равно ушел. Кутузов, да, тогда. Наполеон же. Угу. А были ли среди ваших знакомых сомневающиеся? Никто не сомневался. А вы знали осенью 41-го года про положение под Москвой? Что там осада немецкая? Ну как же, радио все время говорило. Радио это говорило все время. Конечно, знали. Все знали. Как вы воспринимали, что враг подошел к столице нашей Родины? Можете забрать его, но все равно дальше он не уйдет. Вот, а вы что чувствовали? Да что мог чувствовать тогда? Все уже в 42-м году в январе отца забрали, под Воронежем в этом же году убили. А все, школу бросил, 5-й класс, пошел работать, пахать землю на лошадях. Я жил в Тивудете, зимой, мне было 15 лет, мясозаготовку в Мариинск надо везти, 160 километров. И вот собираюсь и еду. А что мне, 16 лет было? А сейчас 16 лет, ну куда пошел? Вот я 16,
лет едешь за 160 километров, туда-обратно неделю ездит, пара лошадей. 26-й год увозили, помню, туда. Расскажите о ваших командирах. Кто из них больше всего вам запомнился? И чем? Ну, у нас был командир полка, полковник Ахтырченко. Ну, я у командира полка я мало знал. А у нас был капитан Сапожников. Учились. Пришли из-за границы на Хасань, я служил, в озеро Хасань прямо. Купались там на Хасане. От Хазани сопка заозерная на той стороне в Корее. На той стороне, значит, на станцию у корейцев паровозик ходил, дымил, видать. Ну, стереотрубу смотрели, бинокль, все видать. Справедливые командиры были у вас? Не обижали вас, солдат? Как сам поведешь, как сам будешь порядочным, и все. Я вот сколько прослужил, не надо, ни разу и на губе не был. Ну вот, а знаешь, что такое губа? Да. Ну вот, ни разу не был на губе. За провинность туда сажают. Я другой раз просто ничего, поперек сказал, все, вот нарядный в очередь, и двое-трое суток. А на губернам, я не знаю, как там кормится, но не сладко. А кого вы считаете самым выдающимся полководцем того времени? Ну, конечно, Жуков. Почему? Потому что он был очень строг. Он все не так, лейтенант, а рядовой, и пошел. Лейтенант стал рядовым. Но почему вы считаете, что он самый выдающийся? Потому что под его руководством были большие победы одержаны по его плану. С ним даже Сталин соглашался. Когда же этот Ежов хотел что-то, а Сталин говорит, его не трогали. Он тогда всех подбирал, этот Ежов. А сейчас изменилось ваше мнение? Или какое? Нет? Что вот Жуков самый выдающийся полководец? Да, он самый выдающийся. Не изменилось. А каково было ваше отношение к Сталину? Ну, какое Сталин? Очень строгий руководитель. Правильно все делал. Только что не нравилось, что он колхозы довел до ручки, что... Некому стало в колхозах работать, все молодежь разбежалась, потому что работали как рабы, а получать ничего не получали. Вот я до армии работал в колхозе и пошел в армию. А с армии-то пришел в 54-м году, мать говорит, а я, сынок, за тебя до сих пор плачу. Я говорю, как? А ты питался на общем питании? Я говорю, питался. Вот ты на общем питании провел. А я был последнее лето стогометом, стогами тальмы. Мать на стогу стоит, я внизу. А тут бабенки, девчонки подскребали, подвозили это. И вот я на вильник-то поднимаю, а ветерок меня шатает, а что мне 16 лет? А мать так кричит со стогу, сынок, ты поменьше бери. Я говорю, да как поменьше? Надо быстрее, а то сейчас дождь пойдет. До обеда стажок мы сделаем, после обеда стажок какой-то. Ну и мне как стогомету мне питали лучше, давали даже дополнительно, два яйца давали, бутылку молока давали, ну и суп мясной. Я ел, мне значит лучше давали, чтобы у меня сила была. Ну и это я на общем питании проел. Значит, я работал, ничего не заработал. А 7 лет служил, 7 лет мать платила за меня. Работал в колхозе, ничего не получала. У тебя, говорит, сколько работал, он проел. Проел. А что заработал, я ничего не заработал. И вот я когда пошел в армию, то все, мать, ну садись, сынок, платок постелил, я сел. Она что-то туда-сюда. Я говорю, все, мама, я больше сюда не вернусь. И не поехал.
Отца у меня нету, в 42-м году его убили. Она с пятеро осталась матерью. Самому старшему 15 лет, мне 14, а там меньше всех. На фронте были люди разных национальностей. Это вот помогало или мешало? Разницы никакой не было. Все были славяне. Угу. Все славяне были. Никаких не возникало разногласий? Нет, ничего, нет. Все хорошо было, да? Скажите, а вера, верили ли вы в Бога? У меня теща в детстве работала кухаркой у папа, нянькой работала у папа. А он был главный поп, а там с кругом соседней деревни. И вот на Великий пост они собираются к нему в карты играть, на всеношную, Великий пост. Ну, играют и говорит, Аннушка, спеки нам пирожков поешь. Но она пекет, а ее поп, где она жила, у которого, а кроме мясных пирогов, понять не имел, ему только мясные давай пироги. Но она, значит, пекет, кому с морковкой, кому с капустой, а ему с мясом. Ну и боится, как бы другому попу с мясом-то не попало. Ну а потом говорит, батюшка, ну ведь пост великий. Ничего, Бог простит, Бог простит. И вот так. Они что хотели, то и делают. Я не верую. Угу. Хотя я крещен и все. После войны ваше не поменялось мнение? Вера в Бога не поменялась? Так и не верите? И да, не верю, я не верю. Так. Как удавалось не падать духом? Что помогало? Вера в победу. Все помогло. Друзья, наверное, да, поддержали? Ну, только мы все заодно были. Угу. Молодые все. А как относились к приказу Сталина «Ни шагу назад»? Вот тогда были загранотряды, вот передовая, а сзади загранотряд. Кто отступает, сразу расстреливали. Расстреливали, без суда следствия. Ну, а вы как считаете, справедливый это приказ был? Ну, иначе как? Иначе все побегут. Страшно ведь, когда у того голова отлетела, у того нога. Угу. Каждый хочет жить. Так. Что запомнилось из встреч с населением во время отступления или во время прибытия в какие-то населенные пункты? Ну, я на передовой-то не была. В Китае были, да приходишь в деревню, капитан Шанго, они говорили, ни одной женщины не увидишь, только старики и пацаны. Ни одной женщины, ни девочки, никого не увидишь. Деревни грязные, свиньи, собаки, воняют. Ой. Вообще китайцы грязные, да. Трубки такие вот, метровые, сидит, курит на завалинке. Так. А что еще запомнилось вот в деревнях? Вам что-нибудь еще интересного было? В деревнях? Да. Да что? Мне в Китае понравилось то, что поля очень чистые, ни одной травинки, и они самый трудолюбивый народ. Вот если они взяли жену, два брата, то она только дома сидит. Они все стирают, убирают, полют, моют, все с ребенком ухаживают, она только сидит. У ее ножки вот такие. Вот такие ноги. Ей было 7 лет, ее закуют в эти в колодки деревянные. И она вырастает, сама бомба, вот я одну видел, она с палочкой идет. Ну, лет, может, 30 ей этой женщине. А ножки такие, она еле переступает, потому что падает. И вот насчет женщины у них плохо было. Так вот, допустим, два брата берут себе одну жену. Ага. Ну и она дома, она никуда не выходит. А это ноги делают такие, чтобы она не убежала никуда. Ну, нога такая маленькая, а она килограмм под 100 весом. Ваше отношение к немецким солдатам? А что, такие же люди, как и мы. Угу. Как вы воспринимали их? Ну как? Ну, он по нужде...
И мы также. А брали в плен? Нет, это не брал. Не брали. Там у нас там брали в плен китайцы, японцы. Но я-то не приходилось. В составе вражеских армий были другие национальности? Нет. Не видели, да? Про власовцев слышали? Слышал. Кто такие власовцы были? Ну, Власов, это ж большой человек, он в два метра ростом был, генерал-лейтенант, в Китае был послом, посланником, или как сказать. Ну и когда он одну армию сдал, пришел к Сталину, объяснил, что так и так. Но Сталин ему простил и вторую армию дал, он и вторую армию сдал. А армия, это несколько дивизий в армии-то, а в дивизии-то 20 тысяч человек. Вот так вот. А приходилось ли вам сталкиваться с власовцами во время войны? Нет, не видели? А как наши солдаты к ним относились? Может быть, слышали? Нет, не знаю. А что власовцы? Разве они виноваты? Их куда завели по приказу и все? Тогда ведь, если не послушался офицера, он может тебя пристрелить и все. Приказ командира. Закон для подчиненного. А дезертиры были? Среди вашего окружения? Нет. У нас в деревне были, с фронта пришел он. Расскажите. И в лесу, сперва в лесу жил, а потом ночью приходил домой. Домой, когда уж прошло время, то смотри, жена-то беременная, от чего? А никто не верил. Ночью помогал ей, там что делал, дрова, все такое. А на день уходил. Ну, не знаю, потом я ушел на фронт, не знаю, что с ним. Конечно, его осудили, конечно. Какое ваше отношение к дезертирам? Ну, это малодушные люди. А про штрафников слышали? А это слышали. С тюрем брали здоровых мужиков, приказ зачитывали и к Рокоссовскому. У Рокоссовского все эти были шерстники. Они с матом шли на бой, матерились. Понятно. А вам сами приходилось встречаться со штрафниками? Нет. Не видели ни разу. А трудности какие на фронте были? Самое трудное человеку это на фронте. И голодно, и холодно. Ну как вот, зима. Ну там небольшие морозы, ну хотя бы 15 градусов. А ты мокрый и ночевать это в окопе. Костра развести нельзя. Нельзя. Дым-то уедет, так. И вот так вот люди обмораживали, замерзали, и простужали, и заболевали, и умирали. Вот так. Самое тяжело это на фронте быть. Хоть офицеру, хоть солдату, одинаково. А как преодолевали эти трудности? Ну как, вот так и преодолевали, нужда есть нужда. Как это один говорит, что говорит, лежишь в окопе, говорят наступать, а я, говорит, подняться не могу. Тебе, говорит, вложат в руку гранату, вот и идешь, значит, а и руки поднять не можешь, потому что на тебе все колом. Как вы оцениваете нашу боевую технику тогда? Ну, техника как техника, желательно бы, конечно, лучше, чтобы она была. В то время у немцев-то лучше были. И танки, и самолеты, и пушки. А ваше личное оружие, чем оно было для вас? Ну, у меня был миномет 82 и винтовка. Все. Так вот вы к нему относились? К вашему, как к вашему оружию? Вот берегли там, наверное, да? Ну, а как же? А оружие любит ласку, чистку и смазку. А в минуты отдыха как отдыхали? Ну, стирались, мылись, все такое, значит, приводили себя в порядок. Подстригались, брились. Вот это. Может быть, песни пели или какие-нибудь агитбригады к вам приезжали? А песни, это песни, когда в столовую идешь, и в столовую солдаты поют.
А гидбригады никакие не приезжали к вам? Нет? Даже нет. Понятно. А была ли любовь на фронте? Ну, не было. Конечно. Так. Сейчас. Наркомовские 100 грамм, помогали они или мешали? А как же? Как? Перед боем 100 грамм фронтовых наркомовских. После войны даже давали в Новый год и в День Победы. По-моему, в ноябрьскую еще давали. Поскольку старшина давал. Угу. Писали домой? Писал. Мать у меня совершенно неграмотна была. Совершенно. Она была заседателем в суде. Вот распишись, она вот так крестик ставила. Отец учил, отец писать и читать умел маленько. А она совсем нисколько не была. У них было 5 девок и 2 парня, 7 человек ребятишек. У матери. Но она все равно отвечала, писала вам как-то тоже? Да, ну, попросит кого-нибудь, соседей или сестру младшую. А цензура была? Обязательно, каждое письмо проверялось, а как же. Мешала она сильно? Да, какая разница, посылают, что не надо, они вычеркнут. А были ли вы ранены? Нет. А в плену были? Нет. Нет, хорошо. Союзники СССР, вот как вы считаете, своевременная помощь была? Опоздали они. Надо было раньше второй фронт открыть. Угу. Просили их, они все тянули резинку. Угу. Насколько ощущалась вот их помощь? Ну как, особенно... Америка помогала нам продуктами питания, угу. Техникой, самолетами и другой техникой, вооружением помогала. Телефоны ихние были, значит, тушенка везли, муку везли оттуда с Америки нам. Вот так. Сталкивались с машинами? Там студебекеры у них были. Видели? Да, на студебекере, да, это их американский студебекер. Угу. А тушенку американскую пробовали? Ну а как же, ее и хлеб, белый-белый хлеб, хороший, пшеничный. У нас-то не важно было у них. А какая тушенка была вкуснее, наша или американская? А мы и нашу не ели тогда. Угу. У них сильно жирная, да. В другой банке одно сало. Угу. Ну, зато каша... Кашу-то надо. Я вот удивляюсь, нам положено 200 кило хлеба было. И мы съедали. И суп мясной, и каша, и все 3 раза кормили нас, и 200 кило хлеба. А сейчас я беру 600 грамм, и мы 3 дня едим. 3 дня едим. А тогда к солдату, ну и гоняли через целый день. Как с подъема до отбоя, все на ногах, все бегом, то туда, то сюда. Не сидишь. Угу. Молодые были, вот съедали. Ну, 18-19 да. лет. А где и как вы встретили День Победы? Так я говорю, на станции Шилка и Аргунь, Забайкалье там. Это Читинская область. Там встретились. Ехали на Дальний Восток. День Победы. Что чувствовали? Радость, конечно, как все чувствовали. Угу. Радость, что война закончилась. А какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет? Их много, много, и все хороши. Все, все хороши. Угу. То есть похоже на войну? Похоже, да, похоже. Хорошо. А произведение какого писателя вот, посоветовали бы прочесть? Полевой хорошо пишет. Угу. Вася Теркин, мой герой. Угу. Так. Война с Японией. Вот
Как вы оцениваете то, что после войны с Германией пришлось еще воевать с Японией? Ну, Сахалин-то надо было забирать. Он же наш, и эти еще там четыре острова. Тоже когда-то наши были. Но японцы там... С японской территории даже простым глазом видно острова. Вот они, японцы, сейчас смотрят, спросят у нас, а мы вот пока тянем. Ну, наверное, отдадут когда-нибудь. Отдадут. Угу. Принимали ли вы участие в войне с Японией? Да, вторым эшелоном шли. Что запомнилось больше всего на этой войне? Ну что, сплоченность русского солдата. Вот что. Шли, о смерти не думали. А там в боях участвовали? Нет, не участвовали. Угу. Как вы восприняли победу над Японией? Ой, я даже сейчас и не помню, где, когда и было. Над Германией помню, а над Японией не помню. Не помните. Да как, война закончилась, и после войны за еще несколько месяцев ловили фунфузов, шли. Они нас стреляют, а мы их ловим. Война-то кончилась, а люди-то гибли все равно. А как вы думаете сейчас, почему началась война? Где? Ну, в между Германией и Россией. Почему вот Германия на нас напала? А, ну видишь, как почему напала. Они не хотели, чтобы мы жили при социализме. Они хотели, чтобы как они капиталисты жили. Ну и при том наша территория богатая природными ресурсами. Вот. А у них-то мало. Хотя у Японии Тюрусская область, там и каменный уголь, и руда, там все в Германии. Они тоже богатые. Они там за счет этого рула и подняли свою технику. Танки, самолеты, пушки. А что сделать сейчас, чтобы избежать угрозы войны? Нужно наращивать вооружение и показывать свои зубы, а не молчать. Вам еще что-нибудь хочется добавить, рассказать? А что добавить? Вот добавить, вот я квартиру насчет, на вот здесь мы 5 человек. 5 человек, это значит у нас получается, ну там еще всего 11 квадратов на каждого человека. А по газете написано 36 на человека. Но я пошел, мне отказали, у тебя 11, а у нас в городе положено не менее 10, а у вас, у нас не менее 10 квадратов на человека. Mm-hmm. Хорошо, вот мы двое, вот они придут, 5 будет. Мне старику надо отдыхать, а какой отдых? Если я ночами другой раз пролежу ночь и даже не задремлю. Днем бы и прилег, а тут все... Пацан, ну ему 10-й год, ну, телевизор включает туда-сюда, вот так бы отдыхала, где отдыхала. Мне надо одним жить, а мне отказали. Угу. Вот не знаю, что получится. Что хотите пожелать нам, молодым? Ну как, беречь Россию, учиться хорошо, работать еще лучше. Что я могу поделать? Вам посоветую. Учиться хорошо и работать. Так, пожалуйста. Может, не то, что я ему сказал? Да все хорошо. Мало рассказали, можно было больше, может, что-нибудь. Хватит. Ой, извините, а может, в туалет? Может, можно. Чуть-чуть. Чай нет, вот, на стене сразу. Чай попили? Первый. О. Можно, почему нельзя? Вы же ходите. Девочка, иди. Терпеть не надо. От дома до дома. И сколько вы лет уж учитесь? Я 1-й год еще. А, 1-й год.
А это преподаватель наш. Она уже отучилась. Хорошо, старайся. Я и так стараюсь. Так. Грамотно так работать. Как говорится, тяжело. Неграмотно. Тим. Вот так. Здоровье. Сейчас вы идете домой. Вот какой вы помощи ждали?